Бояться самих учений, количество танков или солдат, которые приедут в Беларусь, не стоит. Эти учения немного чем отличаются от предыдущих, они происходят каждые 2 года. Но чего стоит бояться, это информационного составляющего. Эти учения, во-первых, они имеют огромный идеологический компонент. Белорусов по факту приучают до того, что российские войска в Беларуси – это хорошо, везде российские флаги, нон-стоп крутят по белорусскому телевидению программы, посвященные совместно российско-белорусской армии. Второй компонент, который опасный, которого стоит опасаться, это пропагандистский эффект. Есть теперь внимание со стороны Вашингтона, со стороны Брюсселя к этим учениям. Они боятся, что российские военные останутся. Скорее всего, не останутся. Путину незачем оставаться на виду у всех иностранных наблюдателей, говорить, да, мы оккупируем Беларусь, смотрите. Такого не будет. Но то, что они сейчас подготовят почву, создадут инфраструктуру, подготовят белорусское население к вводу российских войск, это может привести к тому, что, например, следующей весной мы можем проснуться в северо-западном крае.